получает еще один хороший момент. В этот раз Плотников бросал, но Бочаров выручил своих партнеров. Так, а вот здесь у нас уже пошел разбор полетов. И там Зайцев оказался. По-моему, Сокол ко льду. Да, так и есть. Акулов и Зайцев выясняют отношения. Ну, Зайцев, ладно. А вот то, что Акулов там был замешан, это вот как-то больше удивляет. Ну, посмотрим этот момент на повторе и ждем судейского решения. Инициатива исходила от Акулова. Надо на повторе посмотреть. Вот, ну, здесь не совсем видно. Видна уже заключительная фаза вот этой борьбы. Я вот...